Картина относится к так называемому крымскому периоду в творчестве художника. Каруин очень любил Гузуф. Здесь у него находилась дача, куда он часто наведывался, чтобы рисовать пейзажи. На полотне запечатлена природа южного города во всей ее красе. От обилия и разнообразия оттенков у зрителя рябит в глазах. Залита солнцем терраса, окруженная кипарисами и цветочными кустами, написана энергичными размашистыми мазками. Дерево, возвышающееся в левой части полотна, художник нарисовал круговыми движениями кисти, создав своеобразный водоворот из сине-зеленых цветовых фрагментов. Невзирая на перспективу и многоплановость, картина больше напоминает театральную декорацию. Однако эта неестественность вовсе не портит общего впечатления от пейзажа.